Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в Clash Royale. Любимый Clash Royale, я не знаю здесь уже, что можно здесь сделать на сегодняшний момент, потому что просто играем каждый день. А, у нас есть сегодня битва кланов. Так, что мы возьмем? Гоблиновые, почка гоблинская. Так, здесь нужно вот это, блин. Так-то можно улучшить, в принципе, на 10 уровень. Вот взять эту, вот стрел мне очень тяжело, короче, про хак, хог, всадник на кабане. Хог, хога, хога. В принципе, можно вместо хога, хоги, хога, что-нибудь другое. Вот эти дальники, но у меня очень мало вообще, по сути, дальников. Если только давайте попробуем улучшить вот этого вышибалу до 9. Неохота тратить деньги, потому что у меня денег как бы нету. Очень кризисный использовать. И тоже не знаю, кого брать. Кого же можно взять? Угу. Садником на кабане я не умею играть. Давай возьмем пофигу. Две. Мало ли чего. Посмотрим, как бы, как могут стрелы и фаербол вообще вместе быть. Кажется, нужно было взять что-то одно. Играть через голема. Ну, можно, в принципе, я видел, но не играю сам. Раньше я играл через него. Ух ты. Блять. Ладно. Походу мы прям вступили, пиздец, как нам. Дали пройти, называется. Ну чё, он в принципе меня-то завалит этого. Че я ступил вообще? Ай, фаербол, не, ну это вообще самое дническое, конечно. Дническая атака вообще, которую я когда-либо делал. 10600, он просто сейчас кинет этого, наверное. Угу. Кинет пеку. Угу. Так и знал, блядь. Так, у нас получается раз. Давай-ка кинем этого. Так, у нас дальник, по-моему. Так, у нас 1100. Так, отсюда, блядь. Ну, я не знаю, как здесь играть это, блядь. Нет. Все это ГГ, конечно, пиздец, полный ГГ. ГГшки, ГГшки, я не знал, что так днище я сыграю в этот клановый боевой. Ну, что-то изначально были карты у меня, конечно, днические, я не умею им играть. Не имею ни хога, ни кем вообще здесь из данной. А! Тяжело, тяжело, конечно, что-то делать, подрывать здесь авторитет клана. Таким играм. Даже за меня один смотрел, короче, вышел такой, типа, ёбаный в рот, ты просто просрал. Ладно, повезет ли мне 1-1? Я не помню, кстати, что я поставил. А, я дракончик поставил. Сейчас попробуем
Дракончик вроде заходит, если вот с мега-рыцарем, с мега-рыцарем кинуть дракончика. В принципе, он прикольно заходит. Если есть время с дракончиком, то есть кидаем сейчас вот дракончика, получается. Да. Так, дракончик, да. Так, ну мы просто немного прокоцали, даже не так много, как я думал. Как я хотел, например. О, да тут вообще сборник эликсиров. Тяжело, сборник эликсиров на два банка, конечно, идти, но я что-то не хочу в банк идти. Ё-моё, чё, через эту, блядь, через пеку играет. Ладно, подождем. Так, у нас получается, ага, он типа сделает. Быстренько баум. Вот так, вроде прошли нормально. Фух, о, да, дал пройти. Все, зашибись. Хотя бы так. Кидаем дракончик, он сейчас убьет скелетиков. Нанесет урон. Да, вроде с дракончика нормально зашла. Данная колода. Хотя бы по правой стороне сейчас пройдем. Так, все, закинули, убили. Он попытается пройти через правую сторону, хотя, например, зачем ему проходить сейчас через правую сторону? Вообще не понимаю. Кинуть можно урон. Так, если сзади обойти. Так, окей, у него 10, у меня 11. Все. У него 10 секунд. В принципе, я сделал свое дело, что нужно сделать. Он даже практически не покоцал. Практически не покоцал даже вышку. Ну, как чуть-чуть вообще. Ну, мы оба 10 левелов, так что нам можно такие ошибки сделать. Давайте попробуем еще. 1400. 400 мы сделали. Я не знаю, по-моему, лига еще не прошла, потому что у нас сезон еще не прошел, потому что нам еще не дали выборы новых карт. Так, давай-ка попробуем 11 уже. Уже 11 уже посерьезнее. Блядь. Пека кидаем. Вот было бы сейчас. О, разорвался во порочнику. Вот, зашибись. Хотя бы так прошли. Полностью прошли, считай, правую сторону. Видите, какую ошибочку. Давай-ка, давай-ка. Здесь мы кидаем разбойников, чтобы он отвлекся на них. Блин, он не ждает. Дальняя атака-то у них. Дальность не рассчитал, точнее. Я думал, все-таки начнет дракончика, потому что сейчас они кинут каких-нибудь скелетиков. Что, например, он хотел, наверное. Не, он хотел не скелетиков кинуть. Так, он сейчас отвлекется на моего колдуна. Да, мы протащим. А здесь, например, можно кинуть, смотрите, пеку и толпу скелетиков. Вот. А, с опозданием, видите, как кинул. Так, у нас раз, два. Пронесли практически. То не то, что практически, а просто пронесли.
Вот так вот на два разделим. Чуть-чуть коцаешь. Смогли разделить. Да. Крутяк. Кидаем сначала мега рыцаря, пускай он там кинет какого-нибудь ближника. Ну, мы кинем, считай, толпу миньонов. Потом кинем. Да, он по-любому кинул бы толпу миньонов. Еще одного дальника кидаем. Так, еще маленько дальников. Окей, отвлекаем его. Все, в принципе, однозначно мы хотя бы пронесли правую вместе с пекой. Сейчас побежим. Пек все равно несет урон вроде должен, да, одну. Один урон должен нанести. Все, сражение сделано. Эйвен. Ну, в этот раз хотя бы практически сделаю все, что там нужно. Дракончик хорошо заходит пока что. Пока что хорошо заходит на меня, потому что можно с разбойниками кидать дракончик, и не будет вот толпу вот этих скелетиков, если есть кого-то толпа скелетиков. Магический сундук. Блин, магический сундук, значит, вот так вот открываем этот. Покупаем магический сундук, потому что 12 часов все-таки будем ждать. Ну и все. Ребят, сегодняшняя катка закончена. С вами был Швина. До новых встреч. Пока.